Ну попробуем, не знаю, будет видно. Увеличив до максимума. Баклани дрейфуют, рыбку ловлять. Оп-оп. Сейчас будет вынырять. Цапля тут, конечно, біла красавица, но туда не добраться, где она сидит. Вон она сідає. Оп. Раньше они сюда не прилетали до нас. А сейчас, пожалуйста. Видно, мелкой рыбы много тут. И они на охоту. Тут рядом на гнездове, сейчас вам покажу, вот эти дерева, это они тут ночуют. И вон летит, раз, до братвы. И пошли дрейфовать дальше. Ой, природа, природа, красота. Отдых. Итак, доброго дня, дорогие мои друзья, шановні подписчики, дорогие громадяни, фронтовой корреспондент Петра и Павла. 12 июля. Всем хорошего дня, ребята. Я всех уважаю, подписчиков со всех стран СНГ, кто меня смотрит и не только, кто дает свои комментарии, кто ставит мне лайки. Спасибо вам большое. Вот так краткое обзорное видео. Смотрите, что делает матушка природа, когда буря, которая была перед Троицей, уничтожает просто, как спички, сосны, которым приблизительно от 30 до 50 лет. Вот смотрите. Это все деяние матушки природы. Нормальные корни. Нормальные, смотрите, какие деревья. Там он теряется. В глубине ее верхушка. Вон. Смотрите, поломанное все. Как спички. Просто как спички. Так это кумовья были на Троицу. И говорят, что приехали мы сейчас через 2 недели. Люди немного убрали. Смотрите, вот это дерево, на котором я стою. Вот его приблизительная длина около 30 метров. Сломала. Ни о чем, вывернулась с земли. Так же самое и вот. Ну, тут уже разрезали, кому-то нужен был чурбак. Где-то кукушка, может, будет слышно. Видите? Вот тебе стихия, матушка природа наша. Человечество по сравнению с ней ничто. Как бы оно ни старалось это дело все усмирить. Ну, это... Вот, смотрите, бобры, скорее всего, завалили осину. Я туда, может, там чуть выйду на берег. Потому что хащи такие, там вон вдалеке кусочек видно. Я просто обзорная. Смотрите, что натворила природа. Все отдыхают, я пойду, думаю, прогуляюсь. Ну, так... Обзорное видео тоже хотелось бы что-то снять новое. Даже здесь. Вот смотрите, ветка отломала просто-напросто. Вот она. Вот. Это та сосна, которую я снимала. Вот оно. Смотрите, сломала верхушку. Просто. Как спичку. Как спичку. И также по всему лесу.
и там, и здесь дорогу полностью, лучик солнца, дорогу полностью завалило. Хорошо, люди, кто-то пробил первую дорогу. Вот тут так вот, а мы вершина человечества. И верховой цепочки. Вот паутина. Тоже паук где-то спрятался. Здесь еще можно увидеть паука-христоносца, которого у нас уже давно дома нету. Новостей новых пока нет. Все по-старому. Вы смотрите. Лес такой дремучий. Я когда-то пытался снять, но куда там было с камерой. Много деревьев, вот видите, либо два, либо три ствола. И все они в форме лиры. Что-то там в природе было такое в это время. Вот они все приблизительно одного возраста. Видите, как покручены деревья. То же самое и здесь. Птицы уже, птицы не поют обычно на открытии. Кто-то обзывается. На открытие мы приезжаем, то, конечно, птицы тогда разрываются. Хлопцы заинтересовывают девчат. Сейчас птенцы, совсем другие заботы. Вот тоже. Что повлияло на рост этого? Ну вот, что-то срезанное. Вон там тоже срезанное. Непонятно даже, кем натоптана тропинка. Сейчас выйду, может быть, где-то. Вот то же самое. Видите? Все в форме лиры. Комаров, как в сибирской тайге, и величиной ничем не уступает. Раньше здесь жили бобры. Но сейчас что-то не вижу. Ни деревьев сломанных, сгрызанных, ни плотин. А вот гляньте, чудеса природы. Вот гляньте, какая трава красавица. Еще и моя тень. Вот смотрите. И вот оно, чудо природы. С одного ствола сколько побегов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот. Ну, половина из них уже не живых. Но тем не менее, природа сотворила такое чудо. Значит, это надо было. Опять же, вот смотрите, кто-то тропинку сделал. Может, люди, может, нет. Дороги далековато. Вот тоже такое же самое дерево. Вот, смотрите. Куча стволов с одного корня. Ага, тут вот оно что. Вот он водоем. Вот она. Рыбалочка тут организована. Что здесь водится? Да, ну, карась, Днепра, затока. Поэтому тишина, покой. Раньше мы отдыхали по ту сторону. Там недалеко отсюда отрядное место. Гляньте. Маслины на дальнем плане. Всякое вот это дерево, даже, ну, мы его называем кустовая акация. Как оно называется, не знаю. Вот оно. О. Вода тихо, спокойно. На Днепре то же самое. Щиль, гремел гром. Пять раз дождь напускался в городе. Того ничего не было. Мы звонили, узнавали. Красота, тишина, спокойствие. Кто не знает, может сказать, да, поехал на приток Амазонки. Чем не похоже, кто смотрит всякие разные видео. Кто скажет, что тут дикая груша на дальнем плане, две штуки? Да никто. Понятное дело, вот и вся красота нашей природы. Можно снимать и снимать. Ну, видео стараюсь сейчас сделать не больше 5 минут, но вот уже скоро 8. И всякого такого добра полно. Тоже вот последствия бури. Там осина тоже поломалась. Раньше здесь была дорога.
теперь ее нет. Ну, может, тут кто-то и приезжает на рыбалку. Вот так, тишина, спокойствие, кукушка где-то кует. Вот опять же сосны, как вот тут древние леса в сказках показывают. Вот они какие. Я стараюсь, конечно, свои видео, которые снимаю, немножко редактировать, немножко корректировать. Вот тоже заросли. Это дерево творение человеческих рук. Видно, что спил. Потому что люди, которые вылаживают с разного рода видео в интернет, ну, такое ощущение, что либо их не смотрят, либо не отдают этому никакого отчета. Ноль. Либо сугубо я считаю, что если нет никакой информации, интересно посмотреть. Но людям тоже как бы интересно услышать о том, что вы снимаете. Где вы, что вы, как вы. Мы находимся на Днепродзержинском водохранилище. Как обычно, на километрах, как мы называем, отдыхаем. О. Поэтому, либо косноязычный там что-то пытается сказать, рассказать. Я просто иду и мысли, которые приходят мне в голову. Ну, плюс какая-то информация, естественно. Вот опять же, смотрите. Вот она. Сосна, соснище. Это уже... Вот, смотрите, отработанный материал. Клен тут порос. А вот оно когда-то было исполин дерева, да? Вымыло. То же самое он на заднем плане. Даже цветочек какой-то расцвел в тени. Вот нарвал, покажу на берегу затоки, что я снимал, мята лесная, пахнет просто, аж голова кружится. Ну, тишь да блажь, да Боже, тишь да блажь, да Божья благодать. Вот оно, тишь да гладь, да Божья благодать. Вот так правильно, то чуть, конечно, алкоголь делает свое дело. Походить, посмотреть, подышать воздухом. Отдохнуть от суеты этой мирской всей, от проблем. Поэтому все хорошо, все прекрасно. Ребята, цените то, что у вас есть. Вот, смотрите. Будет что-то интересное, сниму. То же самое, вот она. Вот где сосна. Опа! Что-то темно, там солнце спряталось. И так оно, конечно, не тайга, не Закарпатье, но тем не менее лес по-большому не рубят, лесничие смотрят, если хотят. Нету вырубки такой лесов, как везде. Девяти сил уже засох. Ну а так буду с вами прощаться. Всего хорошего. Обязательно жмите колокольчик, пишите комментарии. Не будьте равнодушными, просто теленаблюдателями. Всегда смотрю какое-нибудь растение, чтобы закончить свое видео, а то и так уже вон, больше скоро 11 минут. Ну, все такого ничего нету. Поэтому всем всего хорошего. Фронтовой корреспондент. Еще раз всех металлургов с наступающим праздником. Ой, ребята, дай Бог вам всего в наших условиях труда. Обеспечение пенсионным я уже молчу. Ладно, это будет как-то отдельно мое видео на эту тему.
И вот на фоне этого дуба, о, еще какая-то птица там обозвалась. А, нет, это не дуб, это клен. Вот он, красотун. Гляньте, среди хвои. Ну, лиственница, она всегда гораздо быстрее растет. А дубок вот внизу маленький-маленький. Вырастет, не знаю, выживет, потому что вот черемуха. Кто не знает, вот это черемуха. Это клен. Вот осина. Вон акация. Это папороть. А вот знаменитый заячий холодок. Вот на фоне него мы и будем заканчивать наш рассказ. До свидания. Всего хорошего. Всем всего хорошего. Всем пока. До свидания. Фронтовой корреспондент.